Турции предъявлено обвинение троим высокопоставленным военным, которые проходят по делу о поставках оружия в Сирию. По данным местных СМИ, боеприпасы предназначались боевикам запрещенного в России Исламского государства и переправлялись под видом гуманитарного груза. Примечательно, что двоих журналистов турецкой газеты «Республика», первыми написавших о подобных поставках, как раз на прошлой неделе арестовали, обвинив в разглашении государственной тайны и госизмене. Причем иск против них подал лично президент Эрдоган. Этот арест вызвал массовые протесты по всей Турции. В Сирии, между тем, заявили, поставки оружия террористам из-за рубежа только увеличиваются. Это происходит по мере того, как правительственные войска теснят боевиков.